Хайфа сейчас начнутся с правой стороны кладбища. Причем кладбища и христианские, и мусульманские, и еврейские. Дело в том, что в Хайфе живет смешанное население. Здесь и евреи, и арабы-мусульмане, и арабы-христиане живут. Маленькая армянская община в городе Хайфа. Вот справа как раз кладбище начались. Живут все мирно, спокойно, без ссор, без конфликтов. И, понятное дело, на бытовой почве бывают какие-то стычки, а вот так на этнической, на религиозной никогда. И вот, наверное, город Хайфа должен служить примером для всех израильских городов со смешанным населением, что все-таки могут люди уживаться разных традиций, разных вероисповеданий вместе. Вот это наша Хайфа. С левой стороны два больших здания. Одно сетевая гостиница Леонардо Плаза. А второе здание, хотели тоже гостиницу сделать, но сегодня это апартаменты, а местные прозвали это здание «Ворота Кинг-Конга». Там такая большая арка, наверное, только Кинг-Конг там может пройти. И за ними начинаются пляжи хайфские. Здесь очень чистая вода, а дальше уже на север это...